Да вообще как это, ну, дай мне денег и все. Приглашай. Не буду я тебя приглашать, пока ты же денег не дашь. Соня! Как быстро. На Моргану, кстати, похоже. Кто? А, это. А, ну. А под кого она сделала? Под вампир? Я как-то тихо слышу. Под кого? Не совсем, жена Франкенштейна, похоже. Там Малтаэль 1414 уровня. Да и хер на него. 1000, блин, 14 уровня. Ну и сидит вход столько. Чё теперь? Мне кажется, он не просто сидит, он живет тут. Других, а он у нас тоже, Керриган. Точно? Охренеть, блин. Меня больше волнует сочетание персонажей. 414 уровень. Пробиус, мне кажется, напрягущий будет. А он русский, ты ему обзывай, короче, всю игру, и он не сможет сосредоточиться. Скажи там, что мамку его там, как женщину легкого поведения, вводил. Скажи, что бутерброды его утренних съел. И насрал в шкафчик на работе. Он ему ответит, а я все думал, кто же это сделал? Ну не знаю, если ему... О, нифига, у него какой маунт есть. Какой маунт? Я и не знал, что если Керриган в таком скине уродливом, то она... Мышка? Мышка летучая, ну смотри. Ну прикольно, чё. Я тебе говорю, она вампирша какая-то. Ну это жена Франкенштейна. А жена Франкенштейна вампирша, что ли? Вроде как да, меня вообще кипнула. Ой, вернула. Битва начнется. Кипнула тебя? Вернула. Так вот, ливер, блин. 5, 4. Я так думал, кто постоянно ливает. Как играть с таким человеком? Вообще, да? А потом на Соню, короче. Вот они. Налагает. Чё-то вообще ничего не могу сделать. Не лагает. Мне походу тоже. Бля, что за херня? Я, короче, прикинь, на себя что ли вешаю сейчас, чтобы переоткрыть игру. Что за хрень? Чё? О, сейчас пошли. Я вроде тоже отвис. Я со своим сайленсом, этими лагами. Обретите власть над ними и освободите рыцаря дракона. Блять, еще это хер. Пробиус, по-моему, новичок, он как-то не успевает бахать. Короче, как я первый раз играл, он взрывается, пытается взорвать эту штуку, которую только поставил, а там ни хера не получается. Да? Меня лагает, вообще тяжко. Тебя вышки убили. Ладно, хоть этот сдох. Я-то думал, что я помру и все. Я вообще завис. О. Герой вернулся. Подключила. Герой бежал с поля боя. Еще и килл не мой, да? Керриган пришла, короче. Откуда она вылезла, я сам не знаю. И убила, блядь, этого Пробиуса. Да что за логодром, меня прям калит. Перезай, ничего. Новые таланты. Блядь, я как-то убил. Противник убит. Какой
Рекон, кстати, нормальная прям. Не зря там 1000 какой-то там уровень. Прям даже сказал. Сказал бы очень прям. Куда она прибегала, я ее даже сам не увидел. Бровил ступит. Да, у этого неплохой дамаг сумки. Кого? Ну, моего. Да, он как-то больно в лицо дерется, у него есть. А тот второй, который они сделали, я что-то как-то не стал даже. Который издалека, он же издалека же еще умеет. Ну, мы вызвали дракона, все, можно там не караулить. Надо бы на базу сходить. Где? Маны нет вообще. Так иди, иди, иди. Пока можно, потому что они здесь часть, они сейчас отсюда убегут, потому что там он происходит, видишь, терка. Я на середину пошел. Иди. Блять, мышь такая, ее и не видно, кстати. Прикольный скин в плане того, что не видно даже ее, куда она летит. Че они все сюда-то пришли? Не, хорошо, дракона не бегают. Я их сейчас разведу и утону в Малтаэле. Беги. Он прыгнет сейчас в меня. А, ну, ты... Зачем я так не понимаю? Спасибо. Дуралей. Святилище вновь открыто. Кому же удастся получить силу рыцаря дракона? Опять еще один. Ах ты, падла! Его добили. А, ну его добили, да. Так, этот еще был.
Да, вот, вот он. Освободите рыцаря дракона. Истребите дракона. Да их вышка замочит. Я же в него рукой стрелял. Противник убит. Как раз вовремя для меня. По вышкам такой домой. Да, вот. Тут нам что в запах? Не дракона, да. Промазал. Я тоже промазал. Ладно, валим. За маной. Я фонтанчик пойду. Хотя можно тоже, в принципе. Не до конца. Я думал, Керриган говно после фикса. Не, Керриган сильная. Что-то все материли, что херня стала. У нее просто щит теперь мало висит, как бы. Я не успел. Прыгнет, не прыгнет. Утро в крипа станцию наш. Ты меня так бесишь. Ну так, для конского. Ох, блядь, меня тоже потянуло. Валим. Ты уйдешь, нет? Нет, не нет. Тягают в разные стороны. Вроде все убил. Вали от меня, сука. Блядь. Освободите его, и он уничтожит врага. Блядь, они тоже бегут туда. Еще один. Ты точку возьми. Хорошо. Они там побеждают и так. Мясорубка. Не
решил мобиков забрать. Оживленно. Затянул чуть-чуть. Я ворота вижу, успел сломать с вышками. Снова пиздюлица. Блять. Валим. Они все по низу идут. Блять. Бутель, конечно. Бедный. Я звону. Ну, ай! Ай! Блять! Захватите святилище, чтобы обрести силу дракона. Ну так. Что он творит? Не знаю. Что он там бегает? Что он пытается сделать? Я не пойму. А он лечил меня? Он же после смерти, что он делал? Я лечил, я думал, он просто так там бегает, пытается их ударить. Козлина, ненавижу это. Теперь его убьешь. Он там этот пробил. Yeah.
пробился. Дракон тупой, дерется просто с пацанами, ничего не может. Ну, как бы они бушат и дерется, просто дерется. Так задумал. Ты меня бесишь. Я? Не ты, а этот толкающийся говнюк. Запарил меня выкидывать уже. Меня прям раздражает. Что за дурацкое умение? Мне нравится. Ну ничего, она больше. У нас такого не было. Это не моя. Короче, я ее беру. Все очень плохо. Керриган уже ругается. Похер на него. Это вопрос? Ну типа не хочешь поиграть с командой? Типа того хотел написать. Просто не по-русски, ну, даже не по-ихнему. Это я и говорю. Вопрос-то при чем? Ну, она меня застанет. Не успели. Очистит все. Интересно, а я его смогу откинуть, нет? Дракона вряд ли. Вообще он как бы оглушается. Нет, не могу. Печаль. Не могу пойти. О, пробил. Бля. Будешь лицом. Бежим.
это за херня такая, я не пойму. Этот кидает. Кто? Стоять, что ли? Ускорение вот это вот. Какая-то кадуки. Нет, идет. Я так понял, что если в нее зайти, то вот, ну, вешается дот на тебя. Попал-то. Тройное убийство. Жестоко. Ледяная скорбь все еще жаждет крови. Лучший игрок. The best. Не закончил? Где же с нами играть? Идем пока покурим. Сейчас мы покурим. Раз одну брала.
Соответственно, так и будет работать. Я ему мой холодильник, чтобы выбросить его чисто. Да? Или может мастера вызвать? Ну что, Макс? Макс. Макс. Да. У тебя звезды на сапогах. Да. Ты
Не, ну, холодненькое. Макс. Давай быстрее уже. У меня есть маленькая шлюшка, смотри. Я вижу. Звучит не очень. А звучит не очень. Чувак, пойдем. Бэкбо. Я сменила заставку. Пиздец, блядь.